სოფელს ყველა წინა პარს ვინც გშობეს მე თოლითარი გვინახავს ვისი წყალობით დღეს შენ ვიღაც ხარ ის გინახავდა შენ შენ რას ინახავ ვიცი არსი მწამსის ვიცი ფასი მშობლის და შთა მომავალი ვარ ვისი ყვარულში ილიესი ხვდება ჩანახატი და ათასი აზრი სხვითო შეაკაკი რუსთავში შოთას კალამს ვინ შეუდარებს ბოლნიში სუხან საბას მოკითხვა სუბარებს სოფლიოს ყავდეს ყველას თავის დედოფალი ხოლო ჩემი დედოფალი მეფეა და ქალი თუ მე მოკრებიან ნგრევი შვიდად ველი ეგინი შემში აღმა შენებელი თუმე ენას მარტნეს მოსულა თუ დროს მე არა ჩემში ფარნავასკა ეს საუბროს სუპერ ჩაშვანა ის ფულად და ღისმელი დე
А митинги все продолжаются. Как бы не замели нас тут. Самые гуще событий, короче. Там уже дымом разгоняли толпу. Движение против ЛГБТ-сообщества. И мы с тапанном. Είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια. Ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Εκεί που είπα πως μαραθήκα σαν λουλούδι ότι έκλεισα και πάει. Ξαφνικά από το τίποτα ερωτεύτηκα και τίποτα στη γη δεν με κρατάει. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια. Ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Κι όλος ο κόσμος ξαφνικά γεμίζει χρώματα. Χρώματα, χρώματα. Αυτή η ψυχή βγαλμένα. Είμαι στα πάνω μου, στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια. Ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Ξαφνικά εκεί που είπα προσγειώθηκε η καρδιά μου πια στο έδαφος πατάει. Ξαφνικά πάλι τρέλη αποχειώθηκε και σαν διαστημό πλοίο πετάει. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια. Ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Κι όλος ο κόσμος ξαφνικά γεμίζει χρώματα. Χρώματα, χρώματα. Αυτή η ψυχή καλμένα. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου, είμαι στα πάνω.
заселяемся, что ли? Мы приехали. Заселяемся в новый отель. Опа. Что здесь? О! О! Не, ну что самое интересное, он темный, вы включите фонарики. Да сейчас, блядь, мы сейчас делаем фонарики. Включи мы свою мать. Спустились с самых гор по пещере. Вон оттуда. Как-то вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот так. Счастливый и довольный. Счастливый и довольный. Сейчас поедем жопки мочить. В Варзе. Да. Эй! Ну что, гамарджоба борджоми. Гамарджоба борджома. И горы вокруг, и красивое такое вот панно. Поехали! Хорошо, что там не по этой дороге дорога. Возвращаться, блин. Там только одна дорога. Через речку. Блин, в Discovery, блин. Вода, вода, ноги. Вы серьезно? Мы приехали. Классно же. Вот это забрались. Вот. Это мы забрались. Это вообще прям джунгли какие-то, да? А чем не джунгли, а? Вот он, Ебеня, да? Товарищ Ебеня. Thank you.
этих серных бань Боржоми по территории этого национального парка. Боже, какая здесь красота! Как здесь красиво! Я словно в детство попал. В детстве довелось быть в тайге, вот именно в таких лесах хвойных. Тут я не знаю, я не силен в ботанике, конечно. Ну, растут папоротники, течет река. Воздух свежайший, просто аж голова начинает кружиться от него. Птички поют, да так красиво поют. И речка, посмотрите, как красиво. Прям лес, вот лес прям натуральный, лес. Дорога такая идет, еле наверх туда, оттуда. Невероятное место, очень понравилось. Хотя как-то у нас так все бегом получилось. Задержались мы очень в пещерном городе, в Арзии. Потом приехали оттуда сюда. Но все равно даже проведенные здесь вот эти три часа. Три часа мы где-то мы были, да. Комары. Лес. Но даже проведенные здесь эти три часа. Прям вот как будто смыли напряжение всего трипа. Прям появилось столько сил, и воздух такой свежий. И все так красиво. Вот я люблю вот такие леса. Вот прям вот таежные леса. Прям таежные леса такие, хвойные. Вот березы растут, вот они. Березы это или нет сзади? Вон они. То есть невероятно. Прям здесь надо остановиться. Именно в Боржоми. Вот прям на недельку. Вот прям на недельку здесь остановиться, смотрите, папоротник. Очень здесь красиво. Я прям не перестаю фотографировать, поэтому если вы здесь будете, прям остановитесь здесь на несколько дней. Покупайтесь в этих источниках. Да, вот они ели какие вокруг. Сзади, вон они. Ели или кедры, что это, непонятно. Большие, красивые. Прям здесь надо пожить, там купаются. Река, на удивление, теплая. Ну, как-то, ну, теплее, чем Каспийское море. Хотя это как бы считается горной рекой. Вот, поэтому всем советую, всем рекомендую. Вот можете прям отбросить. Вот кто любит именно природу, я имею в виду. Тот, кто тащится там по городам, по бутикам, по церквям, по храмам. Вам, конечно, может быть, здесь не понравится. Но мне, как любителю природы именно, мне вот эти храмы, честно говоря, крепости эти, вот эти места, туда заходишь, в эти церкви, и голова начинает болеть, честное слово. Это у меня лично. Мне становится плохо. Вот, а именно здесь вот единение с природой, чистейший воздух, эти источники, горная река, горы вокруг. Это вообще такое невообразимое чувство, неописуемое. Я прям кайфанул. Пляжи сменились на лес таежный. Вот такие вот дела. Фоток просто тонна. Кто-то просил выкладывать побольше фоток, буду. Ну, скорее всего, уже дома, потому что перебирать этим, заниматься здесь в трипе тяжело, неинтересно и муторно. Поэтому все это я буду делать дома. На вопросы все отвечу и по Казахстану, и по Грузии. Все, что нам успелось тут увидеть за 4 полных дня. А увидели, блин, достаточно много. Проехали достаточно много. Только сюда мы добирались, до Варзии, из Тбилиси 4 часа, если не больше. На машине. Ну, после Казахстана это, конечно, детский лепет. Тут 4 часа по ровной дороге. Когда там час едешь по таким буйракам, что жопа становится не квадратной, она становится ромбической, блядь. Поэтому любителям леса однозначно сюда. Снять отель именно здесь, Боржоми. И походить погулять по вот этим вот трекинговым всяким маршрутам.
по речкам, походить, все это поглядеть, подышать свежим воздухом, покупаться, полечиться однозначно. Пожалуйста, бесплатный боржоми, за который мы платим, а здесь он бесплатный. Здесь боржоми разливают. Повезу домой баклажечку. Вот тебе салам алейкум. Oh,